Архив Андрея Тарковского. Пожалуй, за последний год это наиболее частое сочетание слов, когда речь идет о кинофестивале «Зеркало». Архив приобрели, и теперь его нужно изучать и популяризировать. Для этого на базе гуманитарного факультета химтеха создали научно-исследовательский и проектный центр имени Андрея Тарковского. Работает центр как общественная организация, то есть все те, кто изучают архив мастера, денег за это не получают. В центре пока не хватает техники для ксерокопии и сканирования ценных документов. Зато есть группа единомышленников из ученых и студентов, которые готовы сколько угодно трудиться над расшифровками. И правительство Ивановской области, конечно же, и наш общественный совет по культуре, который работает при департаменте культуры, он очень поддерживает вот эту совместную идею, связь научного сообщества, творческого сообщества, студенческого сообщества, потому что я уверена, вместе мы сможем нести вот такую серьезную лепту в изучение наследия, да, нашего Андрея Арсеньевича Тарковского и, конечно же, в открытии славных имен.